Благотворительностью Евгений Спирин начал заниматься с 2010 года. Совместно с семьей и друзьями он ухаживает за памятниками погибших воинов-интернационалистов, тем самым отдавая дань уважения защитникам Родины. В этом году житель Малаховки подал заявку на участие в ежегодной премии «Наше Подмосковье». Проект, представленный в номинации «Мы их помним», удостоился третьей премии губернатора. Ухаживаем, расчищаем зимой снег, летом как бы красим ограды. Где-то что-то мы там выкладываем плиточки, если там уже с годами, там, если она в плохом состоянии, мы как бы все это делаем, реконструируем, чтобы также не только близкие, там друзья там, или сестры приходили почтить их память, а также жители нашего поселка. Во время войны на территории Малаховки располагались госпитали, куда привозили раненых бойцов. И для многих этот поселок стал последним пристанищем. Уход за воинскими захоронениями также является частью проекта Евгения Спирина. На территории Малаховки два таких захоронения. Одно захоронение у нас на Пехорском кладбище. Там похоронено 15 бойцов. Все их фамилии известны. А вот здесь мы с вами находимся. Здесь более массовое захоронение. Здесь похоронено 45 бойцов, умерших вот как раз в госпиталях Малаховки. Кроме того, лауреат губернаторской премии изготовил мемориальные доски своим землякам, погибшим в Афганистане. Памятные таблички установили на фасадах школ, в которых обучались воины-интернационалисты. Луиза Егиазарян, Максим Горсков, Люберецкое районное телевидение.